Прокуратура Дербента провела проверку правомерности и эффективности расходования средств бюджета при строительстве Дома культуры. Здание начали возводить в июне 2021 в селе Зидьян Казмаляр Дербентского района в рамках национального проекта «Культура». Управление ЖКХ заключило договор с подрядчиком на сумму почти 25 миллионов рублей, однако объект не был завершен и сдан в установленные сроки. Начальником и инженером строительного контроля муниципального бюджетного учреждения управления жилищно-коммунального хозяйства района, достоверно знавшими, что запланированные работы выполнены не в полном объеме, подписаны акты о приемке выполненных работ и справки об оценке их стоимости, на основании которых из средств бюджета организации произведена полная оплата по контракту. И в отношении указанных должностных лиц возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Ход расследования уголовного дела прокуратуры поставлен на контроль.